Популярность настольного тенниса в нашем городе трудно переоценить. Этому способствуют и престижные соревнования, которые здесь проходят. 8 команд из 16 участвовали в Славянске на Кубани в соревнованиях третьего тура командного чемпионата по настольному теннису среди женских команд Суперлиги. В спорткомплексе «Юность», который недавно был серьезно обновлен и отвечает самым современным требованиям, с радостью приняли спортсменок со всей страны. Приезжают в Славянск на Кубани спортсмены знаменитые со всей России. То есть мы показываем, что мы можем здесь предоставить им, все условия предоставляем для соревнований, проживания, уют, прием. И все тогда довольны, спортсмены, и показывают очень хорошие результаты. Участники чемпионата очень довольны условиями, которые созданы для них в нашем городе. Это помогает им выступать в полную силу. Очень сильно обрадовались тому, что тур проходит в Славянске на Кубани. Очень теплый прием. Обстановка в зале изумительная. Шикарные столы. Потом соперники, мы все на столе, а так мы все обыкновенно дружим. Действительно обрадовались тому, что, как и первый тур, третий прошел в Славянске на Кубани. Мастер спорта по настольному теннису Александра Матризаева из краснодарской команды ЦОП-2 – одна из самых опытных участниц и чувствует себя в нашем городе как дома. Всегда чувствуем себя как дома в Славянске. Постоянно туры проходят в Славянске. С позитивным настроем всегда пытаемся поддержать друг друга, если у кого-то что-то не получается. У нашей команды задача занять первые четверки этот чемпионат и попытаться перейти в премьер-лигу. По итогам тура первое место у столичной команды «Кадет». Второе место разделяют краснодарская команда «ЦОП-2» и московская «Калинка». На четвертом месте – краснодарская команда ЦОП-1. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».